В Дагестане запускают медиа-инкубатор «Каспийская медиа-платформа» в партнерстве с французской компанией «Obvious». Об этом говорили сегодня в ходе встречи в Махачкале. Для подробного обсуждения будущего проекта в республику приехали генеральный директор компании Яник Транчер, атташе по культуре и СМИ посольства Франции в России Симеон Мирзаянц и старший советник президента иностранной компании Серж Ферре. С ними по итогам будет подписано соглашение о партнерстве. Деятельность инкубатора направлена на развитие медиа-отрасли Кавказа. Проект позволит создать непрерывный процесс вовлечения молодежи, инновационную деятельность, создать центр кристаллизации мысли от рождения идеи до ее воплощения в жизнь, в реальный продукт, изначально ориентированный только на мировой уровень новизны, оригинальности и конкурентоспособности. С одной стороны, эти процессы создадут кластер новой журналистики, медиа, а с другой стороны, отрасль сможет подготовить новое поколение специалистов, которые мыслят современными категориями и владеют технологиями. Цель Каспийской медиаплатформы – создать работоспособную и благоприятную среду по объединению усилий журналистов, творческой молодежи и экспертов.